О, идем по подземному переходу. Там надо было солнце, потому что трамвая нифига нет, в крайней мере. Там даже подозвали эти специальные мануалы, подозвали, вот так как там, что-то это самое. Еще один семерка уехал туда, получается, по крайней мере. А ты, кстати, вчера не скинул видео, там, где баллон снимал, Саша не снимал? Скинул, но вот ты же смотрел это видео, которое... Трое в обществе, не считая телевизора. Оль. Оля. Оль. Ну видео, что трое в обществе, не считая телевизора. Это же в этом видео как раз Сашины баллоны. Потому что оно одно было, я только одно снимал. Как тебе название? Трое в обществе, не считая телевизора. Это по мотивам сериала, фильма. Знаешь такой фильм? Трое в лодке, не считая собаки. Ну только я хотел... Я просто думал... Смотрите, как утром было дорого. Я, короче, утром ездила штана, полезла в мой чайник. Это была 30 рублей. Ну, там была одна знакомая, да, 30 рублей. Я, она, как у нее купила флешку. Знаете, там я ездила, ну, я там куда там такая. Вообще, она похожа, как и твоя планета. Там, почему, галочки, как рубки, залезла, нажимай. Она выдвигает. Ну, магазин, чтобы, ну, как бы, вот, ну, там, ну, вообще, иногда там, ну, что-то куда, такой, скорее, берется. Что это, Алексей, еще младше, знаешь, как человек, вот я еще и поздно бывает выхожу. Но если я, например, если я села, например, не в 2 часа, а в 3, вот, допустим. Но. Вот в 3 я поела, я бывает еще и поздно выхожу, бывает в 4, 4:30 бывает выхожу, бывает и в 5 часов я выхожу, бывает. Вот тоже, это тоже уже почти я, уже когда темно, я уже выхожу, бывает еще. А, такой, когда там, темно уже, да? Да, когда темно, да, еще и так бывает. Это зимой, в смысле, когда реально же темнеет. Ну, не то, что, да, зимой, но и вот вообще бывает, и так вот. И в 4, и в 5 часов я выхожу. Поэтому там ночью даже не день получается, фоткаться там получается. Я вообще еще... И так, ну да, если ты выйдешь... Сижу, еще жду, когда телефон мой зарядится. И все, до 5 я дома сижу, по крайней мере, и не получается потом. Ну тогда, не знаю, тогда... А сейчас ты домой? Сейчас домой я не могу. Я думаю, что да, если я сейчас пойду за газетой Пятигорской в редакцию, может быть, тогда тебе сегодня ее занести? Ну, я не знаю, там какая-то... В принципе, можно сегодня. Ну, я не знаю, что это... Или уже до вторника подождать уже. Во вторник в обществе отдать. О, да во вторник принесёшь, смотри. Во вторник, да? Да, во вторник, смотри, что будет. Ну да, просто завтра, может быть, я с мамой пойду, она завтра же до 3. Поэтому я в три часа, может быть, к маме зайду. Ну да, во вторник, скорее всего, Кудряшова будет ДРЭ отмечать. Ну она ОПК отмечает, она же будет угодить, а тут ОПК отмечает. Не, подожди, она говорит же, что в обществе во вторник отмечаем, 19-го. Да она же, когда может Сысокуна, это можно и по пьяни может Сысокуна, если когда-то, понимаешь? Она может, она будет только отмечать, вот только будет дома, по крайней мере, а там она... Не, дома она будет в субботу, у нее же в субботу, а... Она будет делать его в пятницу. В пятницу я надеюсь, если я не подкинул. Но заранее никто не поздравляет. Ну, так правильно, заранее не поздравляет. Да, но... в обществе она говорили, будет во вторник. Может, возможно, не знаю. Возможно, как-то. Ну, я напишу потом, может быть, Соня напишу им, ну, Люды. А? Я к ней не пойду, я не хочу домой. Домой не пойдешь к ней? Нет. А с ней в обществе будешь же во вторник? Нет, я нет, например, с мамой. А? Я нет, мам. В смысле? Да, нет. Да, смысл какой нет, а слово есть нет, пока не нет, мам. Вот а, то есть во вторник тебя не будет? Эти нахлебники, которые, понимаешь, они ничего не принесли, галлоны, извини. Мы, они ели нашу жертву, это нормально, извини, это ненормально, я считаю, с мамой. Ой. Ну. Точно сейчас не могу.
получается, не подклеивается. Это отключил, если что, не смог. Вот, поэтому. Тогда я хочу маму научить этому. Вот это смартфон, который на ремонте забывали, который мне там называется, это был белый телефон. Lenovo, да, Lenovo, что забыл, как она называется, Lenovo. Который на Lenovo забыл из ремонта какой-то. Вот, и я это научил опять же родиться. Ну, не бог, а ну да. Я говорю, если люди уже сенсором уже умеют, что-то во время там, там все не четко нет. Так что все, если даже цена в пятницу или в Африке она будет делать, это... Не, в пятницу она не будет. Она... Договорились, что в обществе она будет отмечать во вторник. Вот пускай не отмечают, по крайней мере. А для чего приходить, Леша? Если они на хлебнике, если они не лежат, ничего не... Стали не признать, если они нашу еду, это нормально, если не принесла. Можно ли? Просто заравняют тех, кто на халяву едет. А то на халяву жаль, даже еду нагло, извините, можно ли? Ну. Можно ли, все понятно, но на халяву едет. Не, ну это понятно. Да, там блядь, я ничего не смог. А я не могу все что угодно вот, когда я дотом лёг. Это навряд ли смог. Когда можно все что угодно, я говорю. Ну это же у Люды же были свои слова. Сказать можно все, что это и Люда могла сказать, Аня вообще там, Аня она вообще там не стояла, она ничего не говорила в камень. А Люда только могла сказать, она же никогда не сказала, она его не пытала вызвать. Да и смысла там какой, пускай его дома отмечают, затем еду тащит сюда еще что-то делать в камень. Понятно, но ты вот эти окружные кто, да, снимал? Ну, понятно, они же с ним, они же с белым пивом там получили. Следующий вторник, что у нас, 19-е? Да. Ой, ну какая же посидим. Они могут еще и не пойти сказать, может, что-то папки, они все сам будут. Ой, я мы что? Если даже их и не будет, они ничего не придут, то все равно можно будет, конечно, и сами посидеть, если даже там чай попить, там посидеть. Тем более, позволять мы это безвыходное позволение. Они даже Сашу даже вообще не позвали. У человека был день рождения, они даже его даже ни разу не позвали. Это Свинцева вообще, Свинцева, я считаю. Люда Сашу поздравила, она была. Ничего не позволяла, что ты гонишь. Но она была у тебя. Ну и что, она не поздравила. Она не поздравила даже, вообще смогла, это чего? А-а-а. Даже не подавляла сама. Если бы она поздравила, другое дело было. А так она хрен положила на меня. Сама. Вот и все. А я на нее положу хрен. Здоровый прикол. Если у нее не все дома, у этой люди, то это папа нет сама. Это же людей еще не поздравляет, унижает сама. Все обещаешь, блин. Ага. Подарок за мной, подарок за мной. Да, и ни хрена сама, я же говорю. А если появится, я скажу, Люда, засунь свой подарок в задний проход. Вот и все. Это справедливо, Саша, если это справедливо будет. Нет, теперь уже подарок не нужен. Совершенно. Вот и пусть она у тебя. Они тем более дарят подарки такие, которые уже сами там, вот как сказать, мы уже сами ими пользовались. Там, когда, блин, ну, подарили. Да. Вот там же сняли, да. Блин, рубашку и подарили. Да и ведь она не там валялся все. Вот ты в магазине не купить, вот как вторая вот эта рубашка. Как думаешь, то, что они сейчас тут говорят про Люду, вот это лучше не скидывать, а то если Люда Саню видят. А? Это их не проблема, ну. Не, ну если Люда увидит Сани, как и... Да пускай она видит, не, ну... Она видео людей все равно не будет, она это и, ну, у нее своих видео хватает там, чисто сказать, ему весьма. Ну я... Потому что то, что она Саша не подала, это свинца с ее со мной свинца, я считаю, вот это все. Зато на халяву у меня ела. На моем дне рождения. Кстати, она нас это не потеряла, со мной. Так, кто придет из вас во вторник? Мы там посмотрим, там уже видно будет. Еще до вторника надо сюда. Ну я приду во вторник. Нет, надо сделать так, смотри. У меня вариант есть. Так. Закройте свою херню. Не, я поснимаю. Закрой, говорю. Да поснимаю. Что, непонятно сказать? Понятно, ничего. Все закрою. Потом обрежу. Вот. А мы не молчим. Боже, так же сделать. Не, у меня получится. Нами сделали. Вот и все. Да, так же, блин, прийти, нажраться, блин, как собака, да, и уйти. Да, и вот уйти, и все. Да. Я там с тем просто. Хотя, да, может быть, да, даже я это видео и выкладывать вообще не буду. Хотя, посмотрю.
как ее. Ой, как больно, не грузи. Так, ладно.